Чудо, начинаем запись. Ой, ну как вы удивляетесь, что мы будем сегодня снимать? Знаете, какой ролик? Выживание на островах. Видите островы? И мы будем на этом острове выживать. Давайте приступим. Я Никита Бражников, и будем выживать сегодня два видео, да? Не удивляйтесь, сегодня два видео. И будем мы выживать на острове. Хотелось. Есть у нас лаки-блоки. У меня... Пока здесь землю врёт. Ну ладно. Блин, зачем? А это... Блин, короче, ёлки-палки. Ладно, берем много лаки-блоков и переступим. Давайте очень много лаки-блоков возьмем. Нам на всякий случай надо взять очень много лаки-блоков. Они, как бы говорится, лаки-блоки. И нам... О, их можно вместе даже. Давайте так сделаем. А то весь инвентарь заполнит. Надо лаки-блоками. Ну, не очень выпало с лаки-блоков. Давай соберемся и начнем запись еще раз. Все. Давайте как-то простраивать это. Опять это еда. Сколько это еды у меня? Так. Не то выпало, не что я не хотел. Надо пока дерево садить. Надо начать садить дерево. Тоже выживать надо. Так. Может, здесь и инструменты лаки-блоков будут. Что повезет. Так, дерево добыли, теперь нам нужен верстачело. Что странно. Да блин, арбалет. Когда мне уже ведь нормально что-то? Да. Наконец-то что-то вы... Да вы серьезно? А, голова крипера! Голова крипера. Давайте куда-то ее повесим. Мой остров. Вот, красиво. И надо не хочется мне пока. Что делать? Надо верстачелу создать же. Ой, блин, не то создал, что я хотел. Давайте. Ладно, пока. Идемся. И мы должны деревья. Как мы... Все деревья посадим. Здесь одно. Здесь одно. Здесь одно. Здесь одно. Здесь одно. Здесь и здесь. Ну, давайте. Так, мы готовимся к нападению. Верстачелку сдаем. А, и щит. Без щита нам никак. Давайте щит возьмем в другую руку. Вот щит. Теперь мы готовимся к другому. А где блоки? Ну, давай земли накопаем. А верстачел с собой возьмем. Странный лаки-блок был, ну ладно. Ладно, давай наберем землю побольше. И шапки копаем где-то. Где много изумрудов. Нам еще изумрудов надо добыть. Да, Хрюшка? Че ходим? Проверяйте местность. Я не хочу сваливаться, если что.
Рискованно было, рискованно. Нет! Фух, вещи сохранились. Ну, хорошо, что сохранились. Я лучше проберусь к острову, а я на паузу. Кажется, я уже закончил или переборщил. Давайте начинать. Угу. Я это все креативит. Пригодится. Вот это зачем мне? Это зачем? Это зачем? О, вода не пригодится, а лава. Зачем нам суп? Яблочек. Давай ерунду будем выбрасывать, а что ценное? Нет, не будем выбрасывать. Так, посмотрим, к домику придем. Что в этом домике хоть? Блин. О, лаки-блок зато сломал. Смотри, сколько алмазов. Алмазы. Нет, это... О, ценное. Ценное я возьму. Ценное я возьму. Ценности. У нас алмазы уже есть. Дерево у нас есть зато уже. Но люки нам не нужны. Что у нас еще здесь есть? Фух, я думаю, это крипер выпал. Как я напугалась, да? Кто из вас еще напугался? Ну, еда это не ценная. Ладно. Поесть. А, пока я не хочу кушать. Ну, ладно. Так, не хочу, как хочу. Как здесь выебаться? Ну, заводы я не в креативе делаю. Я вам точно говорю. Я всегда с выживания начинаю. Земли бы не хватило, и я стал выживанием. Подумал, я сначала думаю. А что креативнее работать? Ну, вот подумал, я скидываю на всякие штуки. Хорошо, что крипер хоть не выпал. На следу, да, там крипер. Смотрите, сколько там лаки-блоков. Туда сходим и посмотрим, сколько там есть. Я забрать их. Нам алмазную кирку надо создать. Здесь. Урунда. Нет. Палки. Нам еще алмазную кирку надо было создать. Блин, ну ладно, сейчас мы посмотрим, что у нас внизу. Нас прибил газ. Я на шип стал.
Вот это лаки-блоки там выпадают. Кажется, это невезучие были лаки-блоки. Вы уверены? Давай все в сундук сложим. Где у нас у меня? Скрафтить придется. Скрафтим сейчас сундучок наш. Как он там крафтится? Вообще-то я не помню, как он крафтится. Значит, два сундучка крафтится. Дерево растратили. Ну ладно, ничего страшного. Нам надо сложить вот это. Вот это. Ну и еще что-то там. Еда по типу этого. Еды там. Воду. Мотыги. Зачем я вообще мотыги взял с собой? Если они не нужны, эти мотыги. Мотыги мне не нужны. И дерево нам нужно. Только дерево. О, блин. И кирка нужна. Мы должны и топор алмазный сделать. И все хочу сделать. Для жизни. А где у нас верстачок? Перекрафчиваем это все. Создаем палочки. Создаем кирочку. Создаем топор. Как там он создает? Только не мотыга, только не мотыга. Ой, и топор. Все. И теперь можем рубить деревья легко. Смотрите, как круто выживать, да, с лакими блоками. Ничего не делал, а у нас уже алмазная кирка, да? Всем пока. Давай уже прощаться с зрителями. Мы уже что-то много времени прошли. Алмазы добывали час. Ну типа это выпадает будет. Всякой какой-то урунды выпадает. И все. Ну ничего. Мне так и нужно было. Так, пошли в это место, где плохо выпадает все. А что, у нас здесь там есть алмазы? Ну ладно, лопата не приводит. Понятно, я удивился. Это что было сейчас? Вы видели? Видите, какие у нас бывают лаки-блоки? И мы должны найти... Понятно. Фу, хорошо, что предметы не пропадают. А то я сейчас бы лежал. Давай переоденемся еще. У нас как много этого... Это, как бы говорится, шахту я шел просто за этим, как называется, курица какая-то, печенье, суп. Я это могу построить, это легко так. Еще вторая часть будет выживания. Скоро сейчас будем заканчивать этим роликом. И всем будет пока! Так, сейчас переоденемся.
и шапку я кинул туда. И давай включим розу. Интересно. Это грозовая? Лаки блоком идти. Я свалился. Ой, крутое. Бежи от него. Вот кушать захочется мне. Так, съем, и я не буду ходить. Прошло горючее, буду здоровый всегда. Теперь выкапываем и лаки-блоки. О, уже 10 у нас. Сдать курицу. Ух ты! Что у нас выпадает крутого? Нет, я не хочу. Давай подальше отойдем. Нет. Мы големушка угробили. Комплект! Так, давай что-то заберем. Так, что у меня нету? Как круто. Нет. Блин, меч алмазный. Ну, надо что-то отменять. Ну, ладно, пусть так останется. Пошли к этому месту, где всегда... Плохо. Ну ладно, я вторую часть буду записывать. Сейчас 3 лаки-блока откроем и 4-6 лаки-блоков откроем. Ну, на двух острых. И будем с этим заканчивать. Вы видали, что за лопата? Вы видали? Она крутая, пенал. Смотрите. Она как креатив, видно быстрее креатива. Нет, мне не хочется. Сейчас посмотрим, что мне захочется. Нет, не захочется мне. Алмазы! Ха-ха-ха-ха. Можете и выпасть. Они леди, вы видали, что произошло? А я ставлю на паузу. Вот это быстро заканчивается. Ну вот, с лопатой. А это топор мега. На сколько? Надо добыть эти предметы. Они пригодятся мне. А что здесь у нас? У нас.
Так, это вы не видели, точно. Вон он. Как круто он торгуется. Ладно. Ну ладно, на этом все. Всем. Всем пока-пока. Пока-пока всем. Будет вторая часть про этот остров. Может, часть может дойти и до 7, до 10, до 100, ну все. А запись я заканчиваю. Всем пока!